Ты в своем мире не можешь уставать. У тебя в твоем мире не может быть апатия. Ты в своем мире всегда смотришь только на себя. Потому что в твоем мире больше нет никого. Кто бы у тебя не был в твоем мире, вот кто-то пришел, книжку мне принес, кто-то там еще что-то, да? Это же все отражение меня, отражение моего внутри. Мы с сыном шли вчера, да, это сбывается моментально, как говорят, сбывается ли на автономии там или на депривации желания. Да, сбываются, только это называется не желаниями, это называется твоя жизнь. И мы вчера шли с ним, и мы такие, мы с ним ходим по каким-то закоулочкам, вот я любитель вот этого. И мы зашли в какой-то новый закоулочек, заблудились еще, и мы с ним идем, думаем, что здесь было раньше, что здесь это. И у меня даже не было никакой мысли, и мне сосед вот сейчас при вас раз и приносит книжку «Старый Сочи» конца 19-го, начала 20-х веков. Представляете, насколько это... И таких книг, их же не издается. Это старая книга. Это прям вот старое-старое такое издание. Потому что они так бережно относятся к книгам. У них прям очень старые книги есть. У них есть революционные книги. И представляете, что это для меня? как для исследователя. И это в нашем мире, ребят, сбываются нежелания. В нашем мире твоя жизнь делает твое течение жизни таким, которое есть у тебя внутри. Как у тебя может быть апатия, когда ты... Вот вам что-то хочется, ну, не знаю, вот что-то, не знаю. Вот что-то такое сделать. Вот вы давно мечтали, и у вас появилось время, возможность, еще что-то. И вы это сделали, и вы потом сидите на это. И смотрите, у вас такая, замечаете, наверное, у вас такая внутренняя улыбка к самому себе. И это почему? Потому что вы позволили себе достучаться до себя. А когда вы будете это делать постоянно? То есть, смотрите, опять же, возвращаемся к игре, да, вот возвращаемся к тем моментам, которые... Мы проигрываем не через себя, а через матрицу, как мы любим говорить, матрица, да? А, вот я вот это делаю, это никому не нужно. Это правильно, это никому не нужно. Человек не может, чтобы ему было что-то нужно в чьем-то мире. Он может искусственно интересоваться чьим-то миром только лишь потому, что его мир пуст.